А сегодня мы с вами наконец-таки попробуем энергетик. Правда, это чай с энергией, с персиком. Это у нас горилла. Безалкогольный, тонизирующий, негазированный, пастеризованный. Купила его в Ленте. Аромат чая Липтон. Такой яркий аромат персика и немножечко чувствуется запах энергетика. Чувствуется черный чай. Это не Липтон, он здесь более горький и концентрированный. Прям как будто реально настоящий чай. Сам персик ощущается в послевкусии, по сладости норма. Даже немножечко кажется, что ее мало. Кстати, в нем всего 30 калорий на 100 миллилитров. Так что сахара тут немного. Для меня горько. Мне даже кажется, что я чувствую что-то лекарственное. Честно, мне не понравилось. Может быть, просто я не понимаю такие напитки, но пить мне его не хочется. Максимум поставлю 2 из 5.